Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик. Как вы поняли, это новая рубрика, если так можно ее назвать. Безусловно, рубрика без доната уже была на моем аккаунте, на моем канале, хотел сказать, на аккаунте. Но что-то не сложилось, что-то не получилось, что-то я не рассказал, поэтому я долго думал и решил, что надо бы сделать еще один аккаунтик и очень подробно и по порядочку разобрать все с нуля. Что делать, как качать, что лучше, что хуже, на чем играть. В общем, все это вы будете смотреть. Я буду все это делать. Ролики по данной рубрике у нас будут выходить каждый день. Я очень на это надеюсь, что у меня получится это сделать. И я думаю, что это вам понравится. Вы обязательно будете прожимать кучу лайкосов на данную рубрику. Я буду продолжать, буду открывать контейнеры всевозможные, покупать кучу всяких крутых комплектов. Ну а начнем мы просто банально просто. Зайдем в каточку. Качнем сегодня какую-нибудь звоночку. Ну а что касается предыдущих моих аккаунтов по бездонату, всех уже знают, кто смотрит мой канал продолжительное время. Что касается, например, аккаунта, кто знает, TeamPointersUT, то данный аккаунт я тоже создавал, в принципе, когда начинал свою деятельность на YouTube, но что-то там не пошло, может быть, очень быстро все развивалось, не так много роликов я по данному аккаунту записал, если не ошибаюсь, там около 10 было. Ну а что касается именно данного аккаунта, я подумал, что надо бы сделать аккаунт, который вот буквально каждый день ты записываешь на нем ролик какой-то определенный, на определенную тему. Безусловно, эту идею мне там подсказал один очень крутой ютубер, но все, кто понял, тот уже знает, о ком идет речь. О, кстати, у нас сегодня уже падает эта мега крутая коробочка. Сейчас мы ее возьмем. Кстати, я ее даже и не брал. Да, она овердрайв у нас моментально дает, как многие ребята и говорили. Поэтому будет у нас вот такой вот без доната. Безусловно, все знают, что в игру, в принципе, я и так и не доначу. Ни на один аккаунт у меня нигде не закинуты никакие деньги. Если бы табличка, как раньше, у нас показывалась бы, то можно было бы это все посмотреть, то что, в принципе, все аккаунты чистые, без единой копейки вложены, но, безусловно, многие этому не будут верить, и поэтому я создаю еще один аккаунт, который будет вот прям чисто досконально виден всем, и все смогут посмотреть вообще, что да как здесь будет у нас происходить. В следующем видосике, я уже так забегая вперед, хотел бы сказать, что мы купим себе новую пушечку, на которой мы будем нагибать. Я думаю, что на данный момент данная пушка вообще жесткая. Что касается комплектов, ребят, я пока вообще не в курсе, какой комплектик мы будем покупать. Возможно, мы какие-то комплекты еще будем тестить здесь. Поэтому, в принципе, что касается именно аккаунта, пока все. Что я хотел сказать по бездонату, вот моя мысль резко прервалась. Что не получилось в предыдущих аккаунтах? У меня вот есть и аккаунт по армии, но это определенная рубрика, которая тоже пока что у нас затихла на стримах, в принципе, на канале. Ролики тоже по ней у нас выходили. Но это больше такая фановая, не знаю, рубрика, можно так сказать, где собираются подписчики, я, мы сидим на голосе, гоняем, нагибаем. Ну а что касается именно того аккаунта, который у нас был по бездонату, возможно, стоило его не так много качать, либо намного больше снимать роликов, но что-то, то ли мысль не лезла мне в голову какая, что записать именно, что годное сделать, не знаю. Либо желания такого прям сверху у меня не было, а сейчас я как бы решил, надо бы делать все четко, по порядку. Ну и, конечно, роликов на канале не так много выходит, поэтому сейчас я постараюсь исправиться, это количество увеличу. И я думаю, что как минимум каждый день у нас будет по одному ролику без доната. Возможно, что-то еще у нас дополнительно будет к этому прилагаться, что-то будет выходить. Я пока точно не знаю, но постараемся, увидим.
как у нас все в этом плане будет идти. Что-то я хотел еще сказать. Ах, да. Что касается никнейма на этом аккаунте. Вы видите, написано у нас что-то вроде Бездон или B3Don или B3Don. Ну, короче, что-то вроде без доната, да. Я подумал, почему бы не поэкспериментировать. Что-то вроде такого никнейма себе сделать, при том, что он был свободен. Хотел я сначала без буквы Е все это сделать, организовать, но почему-то потом я в последний момент передумал. Короче, вот какой-то такой у нас никнейм получился. Что-то вроде без доната, ну, как-то так, в общем. Что касается прокачек, безусловно, я думаю, что при покупке новой пушки мы ее будем качать, потому что звание на этом аккаунте у нас, я думаю, так прям жестко, быстро, дерзко у нас не будет идти, потому что я думаю, что ни на каких стримах я на этом аке играть точно не буду. Этот аккаунт у нас будет четко под ролики, четко вот вся прокачка аккаунта будет происходить именно в записи роликах. Возможно, я, ну, скорее всего, да, так у меня и получится, то, что при ролике я буду выполнять заданочки. Кстати, надо посмотреть, что у нас тут по заданкам. Так, метрушку надо собрать и 10 танков уничтожить. Хорошо, быстро сейчас 10 танков уничтожим. Соберем дропчик и чтобы у нас все заданки выполнились. Безусловно, здесь будет постепенно появляться халявные контейнеры. Мы их тоже будем открывать, возможно, что-то годное из них мне тоже дропнет. Знаю я историю про Аветиса. Все, кто знает Аветиса, те красавцы. То, что он на своем мульте с одного контейнера открывая, первый вот был у него первая неделя, один контейнер, мульт, и у него с этого одного контейнера выпала ХТшка. Это прям было очень жестко. Он так орал, сидел на голосе в добрую, что прям вообще ужас. Если бы мне так бы повезло, было бы, конечно, очень круто. Но посмотрим, что будет нам падать на этом аккаунтике. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, что вам эта рубрика зайдет, что вы тоже будете смотреть, будете говорить вообще, что вы хотите увидеть. Кстати, вот напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть именно по данной рубрике больше. Безусловно, идеи какие-то у меня определенно уже появились на ближайшие дни, ближайшие ролики. Ну, а если у вас есть какая-нибудь креативная идея, то обязательно оставляйте ее в комментарии. Я все комментарии, ребят, читаю. Так что пишите, оставляйте. Если идея мне очень-таки понравится, возможно, я даже эту идею вознагражу в виде промокодика на контейнер, почему бы и нет. Так что как-то так. Что у нас касается тут боя? Да, в принципе, наверное, сейчас мы уже его выиграем. Хотя нет, быстро у нас не получится. 3,5 минуты. Надо нам еще скатать. Мне надо еще 5 киллов сделать. Никак я не могу эти киллы сделать. Надо быстро как-то закилять противника. Пока я тут была более не играю. Надо немножко сконцентрироваться. Давайте уничтожим этот танк. В принципе, все, что я хотел сказать поначалу, ну вот такое вот начало, какое бы оно уже не было по счету. Начинаем опять все заново. Насколько быстро звонка у меня пойдет, я, честно говоря, не знаю. Возможно, первые пару званий, да, быстро пойдут, ну а потом, конечно, все это дело пойдет медленнее, но тем оно и лучше. Больше будет у нас прокачек всяких разных. Ох, печально, сейчас минус упал. Разных прокачек, разных комплектов. Я думаю, что в этом плане можно очень-таки много кристаллов сформить именно с заданок. Безусловно, я какой-нибудь определенный ролик уделю именно данной характеристике, можно так сказать. Или как ее назвать, не знаю. Даже не настройка боя. Ну, не знаю, как правильно сказать. Ну, короче, заданкам точно, ребят, уделю внимание особое. Расскажу вообще, в чем прелесть данные фишки, можно так сказать. Безусловно, все, кто, ребята, у нас прошарены, ну, не все, конечно, у нас такие прям жестко нагибаторские, но я знаю, что меня смотрят ребята, которые офигенно круто прошарены, что даже знают некоторые вещи лучше, чем я. Ну, а кто не шарит, безусловно, для вас
Я буду рассказывать какие-нибудь такие нюансы, которые вы бы могли не знать, поэтому следите обязательно за данной рубрикой. Я думаю, что должно вам понравиться. Так, у нас до звания осталось 300, сколько у нас? 314 опыта набито, 160 уже меньше даже опыта у нас остается в этом бою. Я еще одну званочку не получу. Ну, как бы мне не хотелось, но заданочки сегодня я все выполню. Это очень-таки круто. Премиум аккаунта у нас на данном аккаунтике не будет до тех пор, пока он мне не выпадет с заданочек, либо же будет какой-нибудь у нас, не знаю, там ивент или еще что-то в этом роде, где я смогу на халяву получить премиум аккаунт, либо же он мне выпадет с контейнеров. Пока у меня есть абонемент новичка, в принципе, он действует так же само, как и премиум аккаунт, но, безусловно, это все до поры до времени. Но какое-то определенное количество роликов точно я на данном абонементе успею сделать. Я думаю, что если у нас, как я и говорю, ролики будут выходить каждый день именно по этому бездонату, то у нас получится около 20 серий, можно так сказать, по бездонатику именно таки выйдет. Ну а тем временем бой у нас подходит к концу. Я думаю, что в принципе всю свою мысль, которую я хотел изъяснить в данном ролике, вы уже поняли. Ну и давайте дождемся, как мы получим фондика, и в принципе ждите новую серию. Если она вам понравилась, то обязательно, ребят, жмите прямо сейчас лайкосик, подписывайтесь на канал, если еще вы вдруг не подписаны. Нажимайте, ребят, на колокольчик, все, кто подписан, а кто и не подписан, так тем более, и подписочку плюс колокольчик. Ну, а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Пока, ребят.